Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yutas Vishambaru Dijavaru Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhutaru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Suru Bandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupen sada narana Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhag Narayano priyamanango madapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatha Vagisha Jasya Vadane Lakshmir Jasya Chabhakshasi Jasya Aste Hidaya Sammi Vam Nishingamam Bhaj Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Jatha Jathatma Purimit Jatyasu Matpunna Gatha Savano Vidhani Tatha Tatha Pashyati Vastu Suksham Chakshu Saibo Jatha Anjana Samprajuktam Jatha Jatha Atma Purimit Jatyasu Matpunna gatha savano vidhani tatha tatha pashyati vastu suksham chakshu saiva anjana samprajuktam Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Гаудия Госхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагангуру сказал, в то время, когда он являл лилу болезни, прежде чем оставить этот мир, пришел доктор, и Прабхупада сказал, они не позволяют говорить мне Харикатху. Они хотят, чтобы я молчал. Но без Харикатхи я теряю здоровье. Я чувствую себя очень плохо. Пожалуйста, позвольте мне говорить. Говорить Харикатху. Но поверьте, доктор, без Харикатхи я умру. Признак чистого преданного заключается в том, что он не тратит ни секунды без Харикатхи. То есть, имеется в виду, он всегда говорит Харикатху. Когда у них нет возможности говорить Харикатху, они хотят умереть. Если кто-то прерывает, нарушает их Харикатху, они не видят смысла в своей жизни.
Они хотят умереть. Они думают, зачем мне жить? Какой смысл, что я здесь? Какой смысл моей жизни, если я не могу говорить Харикатху? Когда Гауранга Махапрабху являл свои заключительные лилы, прежде чем покинуть материальный мир, он являл замечательной лилой. Каждую секунду он испытывал глубочайшую разлуку, разлуку с Кришной. Somebody asking to Gaurkishor Babaji Maharaj. Однажды один человек спросил Гаур-кишор Бабаджи Махараджа, как мы можем достигнуть лотосной стопы Бхагавана. Шрила Парамахамса Бабаджи сказал, вы должны плакать день и ночь, так же, как вы плачете по своим детям, жене, мужу, отцу, матери. Вы должны также плакать по Бхагавану. Таинство Гаудия Бхаджана заключается в необходимости плакать в разлуке с Господом день и ночь. Но нам, мы чувствуем себя хорошо с, со всем, что у нас есть, со всем, что нас окружает. У нас есть комфортное жилье и так далее. Но в тот день, когда мы почувствуем отвращение к этому, когда нам даже не захочется говорить с кем бы то ни было, это такое состояние есть признак, признак готовности начать настоящий харибаджан. Точнее, это признак чистого преданного. Шрила Гаур-кишор Бабаджи Махарадж является пример этого. Чистый преданный каждую секунду испытывает боль разлуки. Харикатха и киртан дают им ощущение Бхагавата, дают им непосредственное общение с Бхагаваном. Если кто-то спросит, где Бхагаван, где Кришна? Кришна в Харикатхе. Кришна сам говорит об этом. Я в Харикатхе и киртане. Когда чистый преданный воспевает славу Харикатхи, то есть воспевает его славу, воспевает, говорит Харикатху, не сомневайтесь, я присутствую в ней, говорит Кришна. Эти слова он адресовал Нараде и сказал, Нарада, не сомневайся в том, что я нахожусь в Харикатхе чистых преданных. Прабхупад часто говорил, что говорить Харинам все равно, что встретиться с Шри Хари. То есть говорить Харикатху то же самое, что встретиться с Бхагаваном, то же самое, что повторять святые имена. Это не отличное понятие. Но мы осознать этого не можем, поскольку еще не находимся на необходимой платформе. Как только мы совершим прогресс, мы осознаем, что Харикатха и Киртан не отличны от Бхагавана. В связи с этим Прабхупад часто говорил, что говорить Харикатху и повторять святые имена — это все равно, что напрямую встретиться с Шри Хари. Встретиться не косвенным образом, но напрямую, лицом к лицу.
Как мы знаем, Бхакали, Бхагаван приходит в форме Харинама. Krishna coming in this material world, in this Kalika, especially in sound form. But форме what звука. Is material sound? What is a practical sound? Приходит Кришна. Однако нам необходимо осознать, что есть материальный, а что есть духовный звук. Вчера я говорил о том, что есть саду, были такие саду, которые не обладали ораторским искусством и толком не могли говорить. Но впоследствии они стали великими проповедниками. Прабхупад посылал их на очень важное мероприятие, отстаивая честь Гаудия Матха. И что же было их отличием? Они говорили, опираясь на свое собственное осознание. А другие спикеры, как правило, просто говорили, но сами не следовали тому, о чем говорили. Я никогда не хотел стать прославленным оратором. But in full voice when speaking, same as speaking with broken voice, for the satisfaction of Baba. Я говорил как во весь голос, когда я мог говорить во весь голос Харикатху, так и сейчас с моим хриплым голосом я говорю Харикатху для того, чтобы порадовать Бхагавана. Бессмысленно ожидать от меня интересные лекции, потому что я не университетский профессор. Я не лектор, я не сухой философ. Что вы можете от меня ожидать, так это... What I received from my Guru Maharaj, what I have received from my Guru Maharaj, what I have received from my Guru Maharaj, that direct relation I like to share with you. If you are my friend, if you are my Guru, you are not disciple, you are my Guru. Вы не мои ученики, вы мои гуру. I like to share my feeling. И я хочу поделиться своими осознаниями, своим восприятием того, что я получил от моего Гуру Падападмы. В соответствии с интенсивностью слушания и слушание Харикатхи, а также воспевание Харикатхи. Вы будете прогрессировать, она постепенно, Харикатха наполняет сердце, заполняет его. И день за днем появляется ощущение, что вы не можете жить без Харикатхи. Важно как слушание, так и воспевание Харикатхи. В соответствии с It's an automatic fact. You can try in your own life and check out. Постепенно, постепенно ваше видение будет очищаться. Right or not? Mahaprabhu speaking Chetodarpana Marjanam. Махапрабху говорит нам. It's right. Similarly, in Chetodarpana Marjanam. В Бхагаватам сказано. Atma parimijjate aso matpunya gatha sovano vidhane tatha tatha pashyati vastu suksham chakshusaivo. Like if you apply black in your eyes, все равно, что если бы вы умастили свои глаза
каджалом, черным порошком для улучшения зрения. В Индии женщины наносят своим детям каджал для того, чтобы... У детей хорошо развивалось зрение. Даже мама Кришны, мама Яшода делала это. Делали это для того, чтобы не сглазили. Как правило, в Индии женщины верят, что если кто-то похвалит ребенка, то они тем самым могут его сглазить. Кто-нибудь скажет: «О, какой здоровый малыш!» И мать этого ребенка уверена, что на следующий день он заболеет. Именно поэтому они наносят каджал на глаза, для того, чтобы ребенка не сглазили. Это делали как мама Яшода, так и Шучимата. According to intention of hearing Harikatha, surely you can clean your heart 100%. You can clean your heart. Я уверен, 100% вы можете, сможете очистить свое сердце при помощи слушания и воспевания Харикатхи. Если вы будете слушать и говорить Харикатху. Но речь идет не о том, чтобы говорить или слушать на протяжении часа-двух в день. Но Харикатха должна быть непрерывна. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был в Гамбире, в последние 12 лет своего пребывания на земле, в особенности последние 6 лет, он испытывал глубочайшие экстатические чувства, разлуку с Кришной. Каждую секунду он испытывал ужасную боль. Then Swarup Gosai or Ramananda, they used to stay with Mahaprabhu almost 24 hours. Махапрабху или Рай Рамананда всегда были подле Махапрабху. Ну, простите, Рай Рамананда, Сварупа Дамодар были всегда с Махапрабху. Для того, чтобы успокаивать его, они говорили Харикатху. Когда Прабху начинал плакать, они тут же начинали Харикатху. Сваруп Гасай начинал петь киртан. Слушая их, Махапрабху в сердце видел Кришну. И это чуть успокаивало его. Так продолжалось на протяжении 12 последних дней. Сваруп Гасай и Рай Рамананда были словно тень Махапрабху. Для того, чтобы это было необходимо для того, чтобы успокаивать Махапрабху. Однажды Говинда сильно разгневался. Он часто злился, потому что не понимал, почему Прабху все время плачет. Он разозлился и сказал Сварупу Гасаю и Рай Рамананде, о чем вы говорите? Что вы ему такое говорите, что он постоянно плачет? Говинду можно сравнить с Шачиматой. Он как вторая Шачимата. Он не углублялся в Сиддханту, но все время спокойствием Махапрабху, то есть
спокойствие Махапрабху было целью его жизни. И он начал ругать Сарвабхудамадара Рай-Рамананду. Что вы такое ему говорите? Он все время плачет. Сарвабхудамадара Рай-Рамананду испугались. Прабху, мы пойдем, уже совсем поздно. Отдыхай. Придем завтра. Прабху расплакался. Вы говорите мне отдохнуть, но что такое отдых? Что вы подразумеваете под этим словом? Когда вы говорите Харикатху, я отдыхаю. Когда вы поете киртан, я отдыхаю. Но когда вы уходите, спросите. Спросите, что я чувствовал прошлой ночью, когда я сбежал из комнаты. Спросите Говинду, он видел. Я не могу находиться здесь в комнате один. Я задыхаюсь, я чувствую удушье. Я хочу выйти любой ценой отсюда. И кто бы меня не держал, я убегаю, я бегу за Кришной, я хочу выбежать и догнать Кришну. Внутри 4 двери меня закрывают. Я ищу ключи, я схожу с ума, хочу выйти отсюда. Я выбегаю на улицу. Кругом темнота, я ничего не вижу. Я бегу, у меня начинает идти кровь. Я даже секунды не могу находиться здесь, в комнате. Кришна постоянно зовет меня. Но я испытываю глубочайшую боль, я хочу выйти. И так происходило каждый день. Как только мы сможем достигнуть такой платформы, такого уровня, когда мы почувствуем подобные чувства, испытаем подобные чувства, нашу жизнь можно считать успешной. Ведь вы потратили тысячи долларов, чтобы приехать сюда. Не для того, чтобы шутить, шутки, то есть заниматься ерундой. Нет, вы должны за всех сил стараться. Я прошу вас, старайтесь достигнуть этой цели. Like the lacquer, black lacquer can help me to increase my vision power. Так же, как каджал помогает улучшить зрение. Of hearing Harikatha, speaking Harikatha, также Харикатха раскрывает глаза. Также улучшает, то есть дарует мне зрение, при помощи которого я могу видеть Вриндаван. Я могу быть за пределами Бхараты, за пределами страны, но я могу воочию видеть Вриндаван и Навадвипу, находиться непосредственно здесь. Я не хочу ехать, никуда не хочу ехать. Я хочу оставить свое тело здесь, в Майпуре, в Навадвипатхаме. К тому же я не квалифицирован ехать куда-то за границу, чтобы проповедовать, поэтому я обязан воспевать славу Бхагавана здесь. Это ответственность возложена на меня моей Гуру Варгой. Они сказали мне делать это. Гурудев, по своей беспричинной милости ты дал мне возможность жить здесь. Ты сказал, живи здесь и воспевай славу Гаура Хари.
Гурудев дал мне наставление: пой, пой, продолжай киртан, не останавливайся. Ты должен делать это без остановок. Иногда в сердце, иногда громко, то есть голосом. Вчера я говорил о Уддхаве Махарадже. Мы говорили о том, что Уддхава Махарадж в замешательстве. Он не понимает наставлений Кришны. Он говорит: иногда ты говоришь мне, что я должен заниматься кармой, иногда говоришь, что я должен достигнуть гьяны, обрести гьяну. А ты говоришь: не нужно тебе это все, отбрось это все, приди и предайся. И сейчас я в полном замешательстве, я не понимаю, что мне делать. Кто ты говоришь о гьяна йоге, то дьяна йоге, то бхакти йоге. Пожалуйста, помоги мне понять тебя. Ты мой единственный наставник. Наставник, которому я безоговорочно предан. Ведь ты сам Верховный Господь. Ты ближайший мой друг. Всю мою жизнь ты был со мной. С подобной проблемой столкнулся Арджуна на поле битвы Курукшетра. Он также не мог понять, казалось бы, противоречивое наставление Шри Кришны. Кришна говорил о гьяна, дьяна, раджа, хога, йоге. А в конце концов он говорит: не нужно тебе это все, просто приди и предайся мне. Так что же делать? Удава говорит: ты делаешь то же самое. Ты говоришь то одно, то другое. Я не знаю, что же мне теперь делать. Я полностью запутался. Бхагаван Шри Кришна сказал: you speak definitely which way is feasible for me, suitable for me. Tadekam madanishchitam jeno seno aham seo aham apnuam. Seo mane absolute mangal I can live. Shreya означает абсолютное благо. You can speak only one thing definitely so that I can follow it, I can get Uddhava просит Кришну сказать ему прямо, что он должен делать, чтобы у него не осталось никаких сомнений. Почему Кришна дает, казалось бы, такие противоречивые наставления? Потому что он хочет предоставить шанс абсолютно каждому человеку. Каждый находится на своем собственном уровне развития. Люди не одинаковы. Как я уже говорил, иногда, когда Гурупад Падма говорил о чем-то, говорил абсолютную истину. В присутствии многих своих учеников, каждый из них воспринимал то, что он говорит, по-своему. Точно так же, если мы посадим
Семечко манго. Water, то есть, weather, если мы посадим манго, манго, кокос, банановое same дерево, sunlight, при одних и тех же условиях, Nima, если мы будем одинаково их поливать, inside, это вырастут, они, то есть вырастут три совершенно разные дерева. Being deposited in Rukuna, do you think? What is the technology your science can do? You can ask one scientist, you manage for that. Very nice technology. How water suck, water going capillaries. Oh, in between there is hard portion, wooden. How water going and being transferred, deposited inside green coconut. Спросите кого-нибудь ученого, как вода с корней достигает верхушки пальмы и преобразуется в кокосовый сок, в кокосе. Кокосовую воду. Ни один ученый не сможет объяснить это. Mango can give sweet. Итак, манго будет сладким, кокос, как, на пальме вырастут кокосы. Все зависит от заложенных самскар. Because самскара — это все равно, что семечко. И растение вырастет, то есть... Когда Гуру Падма говорит Харикатху, в присутствии многих учеников, каждый воспринимает его харикатху в соответствии со своими самскарами. Конечно же, если среди этих учеников есть стопроцентно предавшиеся ученики, они будут воспринимать то, о чем говорит Шрила Гурудев, таким, как то есть, будут воспринимать правильно. Без искажений. Poison mean falsity. What do you mean poison? Но для этого необходимо полностью избавиться от ложного эго. Как только вы сможете сделать это, immediately when you are going to take shelter and go to Guruji, immediately you can get. Как только вы примите полное прибежище лотосных стоп Шри Гуру, вы тут же получите силу. Предание необыкновенно важно, необычайно важно. Не забывайте о нем. Если вы приняли прибежище возвышенного Парамахамса Гуру Вайшнава, вы 100% должны получить благо. Если это благо, то есть получить силу, получить вдохновение. Если это вдохновение не приходит, это говорит о том, что вы не предались. Но что такое 100% предание? Это полное отсутствие свободы. Я уже много раз об этом говорил, вы не обращаете на это внимания. Я говорил, что бы вы ни делали, едите, спите, все это вы должны делать ради Шри Гуру, то есть вы должны вручить, полностью вручить свою жизнь в руки Шри Гуру. Если вы сделаете это уже в этой жизни, я гарантирую, вы обретете Шри Кришну, вам не придется рождаться вновь. В Упанишадах есть одна история. Virochana, Virochana, kingly heaven, Indra Maharaj.
и Аиндри Махараджа, царя райских планет. Он обратился к Брихаспати, чтобы обрести Брахмагьяну. Брихаспати начал говорить Брахматтву, а Индра и Вирочана слушали его. Когда гуру закончил, Вирочан понял одно, а Индра другое. Почему так получилось? Индра understand something. Вирочан understand something else. Why so? Because their samskar was different. Потому что их самскары отличались. Samskar was different. That's why. You can remember from Upanishad, long time ago, I told you, in front of Jagavalka, in front of Jagavalka, two of his sons. One is elder son, one is junior. Ягьявалки было два сына. Обоих он послал в Гурукулу обучаться Брахмавидье. Спустя время они вернулись. Ягьявалка Риши спросил: «Расскажите о своих осознаниях. Расскажите о том знании, которое вы постигли, чему вы научились, что вы осознали, что вы поняли, чему вы научились у Гурудева». «Да», — сказал старший, — «я готов сказать и рассказать». Он начал длинную лекцию. Ягьявалка очень разозлился. Прекрати это. Не хочу это слышать. Потому что он понял, что его старший сын говорит о чем-то, что он не осознал, что он не осознал. Тогда он обратился к своему младшему сыну. Расскажи ты, что ты осознал. Младший сын со склоненной головой, он не хотел говорить ничего, он опустил голову и молчал. Ему было стыдно говорить, что бы то ни было. Он смотрел на лотосные стопы отца и, склонивши голову, потупившись, молчал. Что случилось? Говори. И Ягьявалка понял, что... То есть младший сын хотел уже начать говорить, но он не мог говорить. И Ягьявалка понял, что младший сын обрел настоящее сознание, поскольку когда вы поймете, что есть Брахма, вы лишитесь дара речи, потому что Брахма бесконечен. Он настолько велик, что... Обычный человек не способен прославить его, не способен сказать что-либо о нем. Что я могу сказать о Кришне? Кришнадас Кавираджа Госвами говорит. Разные птицы летают на разной высоте. Некоторые птицы летают низко, некоторые повыше, некоторые очень высоко и долго-долго. Голубь, говорится, может летать достаточно долго, но стервятники
летает очень высоко и долго. That doesn't mean Balcha can express some falsehood. Well, I'm coming the end of that sky. Balcha can speak. Но несмотря на то, что стервятник может достигать большой высоты во время своего полета, он не может сказать, что он вылетел за пределы материального неба, поскольку оно не имеет... То есть, что он перелетел за небо, то есть достиг конца неба, он не может так сказать, потому что небо бесконечно. То есть, в соответствии с нашим пониманием, мы будем так или иначе прославлять Господа. То есть, мы можем говорить и петь в соответствии с нашими возможностями. Last point. Final. Кришнадас Кавираж Госвами is thinking after writing this Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавираж Госвами говорит. Кришнадас Кавираж Госвами speaking after writing this Chaitanya Charitamrita. I feel shy. I wanted to write so many things. Написав Чайтанья Чаритамриту, я хотел так о многом рассказать, но я так и не смог закончить. Я сделал то, что я мог. Not that it is the end point. According to my capacity, I am writing. Who am I to write about Chaitanya Mahaprabhu, who is Supreme Lord? Знаю, что кто, ну кто я такой, чтобы писать что-то об Ананте, о Шри Харе? Что я могу сказать? According to our capacity, we can go on glorifying about Bhagavan Sri Krishna. That doesn't mean we can say this is our last point. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Мы можем прославлять Кришну. Будем делать это в соответствии с нашими возможностями, но нужно понимать, что это не истина в последней инстанции, что это всего-навсего наш уровень, с которого мы способны что-то сказать о нем. Тейо Мари Мидам Ятаби Нимайо Тишарга Хамриса Дхамна Сену Шада Нирасту Кухакам Сатьям Парам Дхимай. That is absolute truth. Endless. So there is no question of selfishness. There is no question of selfishness. Yesterday I told Bhagavan wanted to. Вчера я говорил о том, что Бхагаван хотел наделить удаву Гопи Премой. Гопи Према — это высочайшее сокровище во всех мирах. Редчайшее сокровище. Но Кришна хотел предложить это сокровище Удаве. Удаве, потому что он был самым близким его преданным. Ни Брахма, ни Шанкар, ни Лакшми, ни я, говорит, не я сам, говорит Бхагаван, дорог себе так, как мой дорогой преданный Удава. То есть мое тело не так дорого мне, как тело Удавы. Кришна и Удава достигли единства. Guru Maharaj exposing unknowingly, not purpose. We have seen in the life of Guru Padma, we have seen in the life of Guru Padma too much oneness with Bhagavan. Мы видели в Гуру Пада Падме единение с Господом. То есть, если Пуджари совершал
какую-то ошибку в алтарной. Гуру Махарадж, казалось бы, не видя это, сидя в своей комнате, прекрасно знал, что происходит. В то время я днем я делал, совершал служение Гуру Махараджу и занимался публицистической деятельностью. А по ночам в то время не было особо здесь отелей, домов, были поля, была пустота. А сейчас здесь целый город. В то время такого не было. И ночью была полная темнота, и могли запросто прийти какие-нибудь разбойники, воры. Some brahmachari, maybe it is my slip of eyes. I went inside my room. When one brahmachari gone somewhere, I don't know. But Guru Maharaj here, night time, I'm there with Guru Maharaj. Night time, to help Guru Maharaj. Guru Maharaj crying and speaking. Who is doing this kind of thing? Who is doing this kind of thing? Who is doing all? Начал, когда я был с Гуру Махараджем. Внезапно Гуру Махарадж начал говорить, кто это делает, грязные вещи. И оказалось, что этой ночью один брамачари, который получил шафран от Гуру Махараджа, then I realize he has done. He is the culprit. Делал. That is the condition of a pure devotee. Гирирадж is burning there. Что-то запрещенное. Когда утром позвали этого брамачари, он даже не смел поднять глаза на Гуру Махараджа. Guru Maharaj forget to give blanket to Bhagavan. Guru Maharaj feeling cold. Однажды в его детстве, в его юности, когда он ослужил божествам, он забыл накрыть их на ночь. И он, в эту ночь он не мог спать и заболел. То есть все это доказывает его единство с Господом. А вспомните историю с Харидас Такуром. Харидас Такура на 23 базарных площадях избивали кнутами. One fish is there in the sea, tail, long tail, like, you know, cutting, after drying the cut and make one wheel. If I beat you, you can die, blood can come. In 22 different market, они делали эти плети из рыбьев хвостов, длинная рыба, сушили их и after long time and after Sunday. Haridas Thakur and Mahaprabhu, I mean somehow Haridas Thakur came in front of Mahaprabhu because they are with Shantipurna. One day Mahaprabhu asking Haridas, long after long time, when Haridas Thakur meet with Mahaprabhu asking Haridas, когда Махапрабху встретился с Харидас Такуром после всего этого, Махапрабху спросил: Харидас, тебе, наверное, было очень больно, когда они били тебя. Нет, сказал он. Не было. Не так уж и больно было. Да, они меня били, но я особо не чувствовал боли. Почему удивился Махапрабху? Я не знаю, почему. Тогда Махапрабху повернулся к нему спиной и сказал: смотри, вся спина была разодрана плетьми. Он сказал: я принял на свою спину твою боль. Все это доказывает, что преданный Бхагаван единый, они становятся едиными. Еще одна история, доказывающая это. Однажды
My Gurudev told to go to home. Why you go to home? He started beating heavy. All red. After that, when Srinivas Acharya going to take bath, Narottama Thakur going to help him to take bath. Narottama Thakur going to help him to take bath. Sitting in a chair, in a stool, like Radharani is sitting in a stool. After, then what? Then suddenly, Narottama Thakur speaking, what happened to your backside? All red, red, all so much marking. What happens to your backside? То же самое было в истории Наротам Дас Такура и Кришна Дас. You have done it, you don't know. Наротам Дас Такура и... Yes. You beat me, now you are speaking, what happens? I beat you. I never beat you. I never beat you. You beat Ramchandra Kavira? Yes. I beat Ramchandra. It comes to you? Yes. Guru and disciple, oneness. You understand now? Guru и ученик не отличны друг от друга. Почему? Bhagavan Singh is not foolish. They are speaking on dry philosophy. Repeatedly speaking, who is Uddhava? Yes, I myself. Too much. This is called disciple. То есть Кришна неспроста произносит вновь и вновь слова, что Уддхава не отличен от него. Like the frog, you know? Daughter frog is into mother frog. How much big? This much? Two? Oh, more? More? Maybe this much? After they part. Not this. Our conception, our idea, all have some relative conception. Все наше понимание имеет все наше понимание относительно. То есть, когда мы смотрим на Гурудева, наше видение несовершенно. Когда обусловленная душа смотрит на что-то, что бы то ни было, она воспринимает это относительно, не с абсолютной концепцией. Это естественно. Абсолютная концепция недоступна ей. Она обречет это абсолютное видение, лишь когда достигнет совершенного уровня. Прабхупада объясняет, если я на доске нарисую длинную линию, прямую линию, а затем проведу еще одно, и... перпендикулярно, и получится, что каждый угол под 90 градусов. Он сказал, наш даршан относителен, соответственно, мы видим все под своим углом. То есть полного видения мы лишены. Наш даршан, наше видение частично. И когда наш даршан 360. Когда мы сможем видеть все, то сейчас мы видим определенный угол. Когда мы сможем видеть все, наш даршан будет совершенным. Even if you are put into trouble, great trouble, you are put into just negative position, everybody torturing, still you can have Vaikuntha Darshan. When you are put into negative condition, when you are feeling positive, 100% positive, that is called Vaikuntha Darshan. Follow? Когда вы окружены проблемами, будете чувствовать счастье. Это и есть Вайкунтха Даршан. Я говорю на собственном, то есть осознав это. У меня возникло столько проблем.
Simply I'm speaking absolute katha. Everywhere, everybody is enemy. Я никому не желаю зла, я просто говорил абсолютную истину, абсолютную харикатху. Но из-за этого я нажил так много врагов. Многие люди желали мне зла. И в то время я думал, за что мне это, почему я оказался в такой ситуации. Но спустя годы я вижу, что эта ситуация была самой благоприятной для меня. Именно таким образом Бхагаван даровал мне возможность говорить харикатху безостановочно. Мне пришло, то есть я жил в очень аскетичных условиях, и сейчас я осознаю, что это милость Бхагавана. Если бы этого не было, если бы все люди, те люди, которые были против меня, почитали меня, прославляли меня, я думаю, что у меня не было бы сейчас того, что есть. Когда что-то происходит не так, как мы ожидаем, когда... Нам кажется, что что-то происходит не так. Спустя какое-то время мы четко видим, что это лучшее развитие событий, что это и есть милость Кришны, это и есть желание Бхагавана. Таким образом, мы должны все, что происходит с нами в жизни, принимать как нечто благоприятное. Это и будет Вайкунтха Даршан. Finally, when Uddhavji cannot get stability, I am in confusion. Bhagavan speaking, see us. I told you to do this. I told you to do yoga. I told you to feel jnana. Don't think I like. Бхагаван говорит нам про Судава. Да, я сказал тебе обрести гьяну, совершать яги и так далее. Но не думай, что я действительно хочу всего этого от тебя. Я был вынужден говорить так, потому что я хочу оставить тебя в этом мире как своего представителя. Если твое знание будет неполноценным, а кто-то задаст тебе вопросы касаемо этого, обратиться к тебе как к ачарье, ты должен помогать избавиться от сомнений, разрешить сомнения тех, кто обращается к тебе. Как я уже говорил, ачарья может избавить вас от сомнений. Если кто-то задаст тебе вопросы по поводу дхарма-йоги, ты сможешь разрешить его сомнения, сможешь ответить на его вопросы. Если кто-то спросит о гьяна-йоге, ты же не можешь сказать, что ты ничего об этом не скажешь, иначе люди разочаруются в тебе. Таким образом, Гурудев, ачарья, должен обладать полным знанием. Много раз говорил о том, что гуру должен обладать, гуру должен быть совершенен, гуру должен быть могущественным, он должен иметь возможность избавить своего ученика от сомнений. Я просто хочу передать тебе
все знание, говорит Кришна. Я знаю, что ты предан бхакти, что ты заинтересован лишь в бхакти. Но я хочу, чтобы твое знание было полным. Что такое бхакти-йога? Бхакти — это когда есть лишь Господь, Его преданный, и бесконечная любовь между ними. Удава, я знаю твое сердце. Я понимаю, что тебя вводит в замешательство мои противоречивые наставления. Я не хотел обеспокоить тебя ими. Я хочу, чтобы ты оставался таким, как ты есть. Я не хочу менять тебя. Я лишь хочу вручить в твои руки полное знание для того, чтобы ты был подходящим кандидатом на пост ачарьи, чтобы ты смог развить сомнения каждого. If my Guru Maharaj love me topmost, then Guru Maharaj cannot give that secret property to anybody. Guru Maharaj can come on, I can give to you. Don't speak it to anybody. But this is a nature. Если гуру хочет наделить своего ученика милостью, он не станет говорить об этом налево и направо. Он сделает это известным, то есть он оповестит об этом только своего ученика. Я уже сказал, насколько ты дорог мне. И, конечно же, я не могу вынести, что ты до сих пор не получил высшего сокровища, сокровища Гопи Премы. Как я говорил вчера, даже према обычного порядка не может прийти к преданному сама по себе, взяться ниоткуда. Возможно, из-за моего прерывающегося хриплого голоса вы не смогли понять это. Для того, чтобы обрести прему, необходим тот, кто поделится с ней, поделится ей. Можно привести в пример какую-то инфекционную болезнь, к примеру, коронавирус. Для того, чтобы заразиться, необходим источник, необходим кто-то, кто заразит вас. I cannot sing this kirtan right now with broken voice. Bondhu shange thake jodi rongo porihas. I cannot sing because of my. Я не могу сейчас петь. Если я начну петь сейчас, вы будете смеяться. Bondhu shange jodi tobo rongo porihas thake ovila. Так и
My voice is broken, otherwise it's so sweet. Очень сладостный киртан, но я сейчас не могу его спеть. Чем там говорится? Если вы пойдете на берег Ямуны, не ходите на берег Ямуны, там черный юноша, он похитит ваши сердца, никогда не ходите туда. Если у вас есть привязанность к детям, жене, мужу, не ходите туда. Вы не вернетесь назад в Бразилию. Вы навсегда останетесь там, поэтому лучше туда не ходите. Это замечательный киртан. Это инфекционная болезнь. Према — это инфекционная болезнь. Если вы приходите в контакт, входите в контакт в саду, вы сами, у вас также появляется эта болезнь. Болезнь, то есть понимание того, что вы не хотите возвращаться назад в свои страны, в свою страну. Without the contact with one, without the association with one pure devotee, you cannot get bhakti. Итак, без общения с чистым преданным бхакти обрести невозможно. You have to manufacture or you have to buy. We have to buy that prema bhakti from outside. Prema bhakti невозможно купить где-то. I give one example like Bhaktivinoda Thakur. One cloud, blackout coming in. Вспомните, вчера я приводил пример с молнией. Пример приводит Бхактивинода Такур. То есть вначале на небе появляется вспышка молнии, и только затем раскат грома. Раскаты грома. Точно так же для того, чтобы появилось прямо в сердце, для этого необходим преданный Господа, который поделится ей. Кришна према уже в вашем сердце. Все, что вам необходимо, обнаружить ее там. Завтра я буду в детали говорить об этом, и тогда вы сможете глубже понять разговор Кришны с Удавой. Каждая дживатма обладает скрытой формой. Можно пытаться найти прему снаружи, но она это бессмысленно, поскольку она в сердце. И просыпается она в сердце после общения с чистым преданным. То есть ее откуда-то извне приносить в сердце не нужно. Она уже там. Все, что нужно, чтобы она проснулась, чтобы она распустилась, расцвела. Махапрабху говорил о очень сокровенных, возвышенных вещах, и даже я не могу говорить об этом. Those were having that kind of sanskar. Suppose your sanskar is not up to that point. Говорить нужно о том, что нельзя говорить о вещах, которые находятся выше вашего уровня. Синапур. The two friends, two boys, two young chap. Два юноши из Шринатпура пришли к Бабаджи Махараджу, который жил в Шивасангаде. Они
начали совершать там баджан. Но однажды, Бабджи Махарадж решил проверить их. Это Бабджи Махарадж был Сидда Махатма, и он был очень возвышенным преданным. Это произошло где-то 400 лет назад. Этот случай описан в Джайвадхарме. Он предупреждал их прежде. Я вас то есть Махарадж спросил, я могу ли я вам задать вопросы, и я хотел бы, чтобы вы ответили в соответствии с настроением своего сердца. Он начал задавать вопросы, юноши отвечали. Затем Бабджи Махарадж сказал, одному сказал, ты должен развиваться в Сакья-расе, а ты в Мадхури-расе. То есть благодаря своему трансцендентному видению Гурудев смог определить, что в одном скрыты самскары одной расы, а в другом другой. А во втором юноше другой. Махапрабху распространял Уннат Ужвал Расу. Несмотря на то, что не каждый был готов принять ее, Махапрабху щедро раздавал ее. Мадхура раса настолько возвышена, что включает в себя все виды рас. Точно так же, как в 100 рупиях, есть и 10, и 20 рупиях. И в связи с этим Бхагаван Шри Кришна будет будет говорить с Удой о этой возвышенной теме. Каждый из нас обладает своими неповторимыми качествами, своей неповторимой природой. Эта природа называется самскара. Но когда вы достигнете уровня Вайкунтхи, появятся самскары другого рода, появятся самскары трансцендентного уровня. Один примет, то есть мы должны будем почувствовать влечение к одной из рас. Ultimately, they are flowing. Some rivers I know, 1800 kilometers. Some river 2000 kilometers. В мире есть разные реки, есть очень длинные по 2000 километров. Но что в конце концов объединяет все эти реки? Все они попадают в океан. Все они сливаются с океаном. Все они впадают в океан. Будь то Ганга, Ямуна, Сарасвати, Кавари и так далее. Миссисипи. Все они впадают в океан.
and submerge with the ocean. Все они. When they are going to submerge with the ocean, surely they are not going to maintain their personal identity. Теряют свое отождествление и впадают в океан. Suppose they are going to meet with ocean. Up to then they can maintain their specialty. До того, пока она не впала, река не впала в океан, она остается со своими собственными качествами. То есть она, ну, как только она попадает в океан, Ганга уже перестает быть Гангой, Ямона Ямоной. Always lose everything, as if they submerge with the ocean of Krishna. Krishna is one kind of ocean of love. Кришна — это все равно, что океан любви, бесконечной, безграничной любви. И для того, чтобы войти в этот океан, нам необходимо отказаться от своих материальных особенностей, от своих материальных качеств, от материального имущества, материальных связей, и войти в этот трансцендентный океан. Об этом поговорим завтра, на сегодня я должен остановиться своим хриплым, прерывающимся голосом. Я пытался говорить сегодня, пытался сказать то, о чем хотел. Вспомните шлоку, с которой я сегодня начал. Those foolish devotees, they can make me mad. You know, they think something, somebody thinking I developed tonsillitis. Somebody thinking Maharaj catch cold, wash nose. Somebody thinking this, that. But one small boy, his name is said that you took prasadam like that mantir. He can, nana, small nana. Преданные выдвигали разные гипотезы, зачем я заболел. Кто-то говорит, у меня тонзиллит, кто-то, что какая-то инфекция. Но пришел маленький мальчик, сказал, потрогал мой пульс и сказал, вы абсолютно здоровы, у вас сердце бьется, как у ребенка. Но вы не пьете достаточно воды. У вас много огня, поэтому пересохло горло. Зайди сейчас в комнату, там полно лекарств. Все преданные принесли кучу лекарств. Он послал мне антибиотики, но антибиотики опасно мне пить. У меня тело как у ребенка. На меня действует даже одна капля гомеопатического лекарства. Преданные пришли, в общем, дали мне черный перец, натертый, и все прошло. А преданные принесли кучу лекарств, а простой перец помог. Вчера я был очень расстроен, потому что не смог говорить Харикатху в другом центре.